Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и это 20-я серия моего прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Своеобразный такой юбилей у нас с вами, 20-я серия, но это только, наверное, середина еще прохождения. Ну и в прошлой серии мы с вами прошли туринговый чемпионат, ну и заработали машин таких уже прокачанных, вот, ну и попробовали себя немножко в ралли. Ну и в этой серии, конечно, мы продолжим. Я думаю, что продолжим мы, наверное, проходить чемпионат. Ну как, не продолжим, а пройдем чемпионат масл каров. American Muscle Cars. Вот на... Давайте возьмем GT500. Сейчас посмотрим ограничения. А ограничения тут у нас... Ага, свободное. Это довольно-таки интересно, конечно. То, что там у нас ограничение свободное. Но надо прокачать в любом случае. Вот спешл модели. Шелби. И вот, кстати, это модель Шелби серии S1, которая тоже нам крови попортила в одной из серий. Так, ну сейчас мы нашу Шелби прокачаем. На полную, наверное, ее прокачивать не стоит. Но так, добавить лошадиных сил ей, конечно, стоит. Ну и гоночную резину, конечно, ей приобрести. Так, ну вот уже 400 лошадей. У нее еще и 3 стадии есть. Обработки движка. Хорошо. Так, ну и облегчим. Сразу вторую не хочет. Надо поочередно. В шестой части сделали, что сразу можно третью покупать, стадию облегчения. Так, ну что же, думаю, можно пробовать свои силы. 400 лошадей, Shelby GT500, трасса Seattle Short Course. Сейчас посмотрим, все ли встало на место, то мне уже что-то немножко палево. Ну, начинаем. Ну да, все вот. Можно понаблюдать тут американских мускулов разных пород. Ага, вот тут и GT350 Shelby есть. Ага, вот он в лидеры и вылез. Ох ты! Как развернула Плимов. Супер бьет. Ага. Хотел налево тут повернуть. На большую трассу. Чуть было не повернул. Так, пусти старшего брата вперед, парень. Ну, кстати, вот это по сути тоже... Ну, как бы американский чемпионат. Просто он так не называется, но мускулкары, конечно, это американская привилегия. Ну и вот мы ездим по американскому городу, по американскому мегаполису, Сиэтлу. И, по-моему, тут третья трасса. Так я мельком успел заметить, там тоже американская Лагуна Сека. Так что, по сути, все три трассы внутри Америки. Прокачанная Шелби ведет себя, конечно, получше. Не так ее уже мотыляется из стороны в сторону.
конечно, она мощнее стала. Поинтереснее управлять. Более послушная она. Так, ну, выиграли, но так. Младшая Шелби пыталась нам противостоять. Можно сказать, не без труда. О! Сам компьютер что-то влетел, когда уже управлял нашей машиной. Разбил нашу Шелби. Так, ну опять же небольшие деньги, но новая машина. Посмотрим, что же нам такое там дали. Наверное, какой-нибудь тоже американский muscle car. Ну, смотрим. Ага, ну не совсем мускул. Это у нас Спайдер, тоже он. В чемпионате мы его уже видели, он с нами соперничал. Неплохая, неплохая машинка, хорошо. Ну, давайте продолжим. На очереди у нас Сиэтл, но полная трасса. Полная конфигурация. Покорится ли она нам? Сейчас узнаем. Главное, чтобы они тут от гонки не прокачивались все больше. В принципе, так-то мы, ну, на равных с ними сражаемся. Вот здесь. Ну, вроде бы, да, тоже так. Более или менее. Может, чуть-чуть мощнее стали. О-о-о. Обложили гангстеры. Со всех сторон. Так, вот здесь, да, здесь уходим налево. Прыжки сейчас эти знаменитые. Ух ты! Это, по-моему, тоже Plymouth GTX. Такой прям, ну, мафиозный такой автомобильчик. Того и гляди, прям откроются стекла у машины и оттуда вылезут автоматы Томми Ган, и они нас расстреляют. Мафиози. Даже как-то страшно немножко, когда он едет рядом с нами. Ну ничего, мы за счет своих Racing Abilities уедем от них. За счет гоночных навыков постараемся не даться этим гангстерам, преследующим нас по пятам. Просто-таки сюжет боевика. Да, безусловно, может, мускулы не самые приятные машины в управлении, но выглядят они однозначно классно. Таких машин больше нигде нет. Это эпоха конца 60-х, начала 70-х, конечно, была, ну, такой аутентичной очень. Машины прям выпускались тогда в Америке. Такие очень большие, громоздкие. Отсюда, конечно, и стиль пилотажа на них такой тоже. Своеобразный довольно-таки. Так, ну вот, тем временем мы смогли большой Сиэтл покорить. Не дались этим мафиози, гангстерам. И выиграли.
Что же нам сейчас дали? Давайте-ка посмотрим. Так. Ага, вот это да, это... Ну, это не сказать, что мускулкар, но... Это очередная Шелби Кобра. Пока оставляем все это. Потом будем разгребать. Посмотрим, где нам что пригодится. Ну а сейчас продолжим. Осталась у нас последняя трасса. Да, действительно, это Лагуна Сека. Еще одна американская трасса. И тут, ребята, я... Это моя вторая попытка, на самом деле. В первой попытке, в общем, меня отвлек Skype. Ну, то есть, как, раздался звонок, и, ну, игра вылетела, и, в общем, попытка была испорчена, поэтому я ее посредством волшебства монтажа я ее вырезал, и, ну, вот это моя вторая попытка. В первой, в принципе, тоже особых проблем не было. Я лидировал, и буквально за два поворота вот случился такой конфуз. Прямо за рулем у меня сработал звонок. И я вылетел с трассы. И испортил все. Вот, ну здесь вторая попытка, в принципе, началась также неплохо. Тут на вот этом мускулкаре, на Шелби, на этой довольно сложно проходить этот поворот-штопор. У нее достаточно такая, ну, выраженная, недостаточная поворачиваемость, поэтому там его, ну, лучше всего резать немножко, потому что если вписываться, ну, правильно, то слишком... Можно скорость там сбрасывать, ну, буквально там до 30 км в час. Вот, а так, когда режешь чуть-чуть, можно поскоростнее проходить. Вот. Ну, вообще, в принципе, машина неплохая, я ей доволен. Тоже, как сейчас... поголовные ремейки на все сейчас стали популярны, вот и на вот эту Shelby GT500 тоже, ну, в общем, сделали современный ее редизайн, рестайлинг, в общем. Ну и эта машина у нас засветилась в, чуть не сказал, форсаже, нет, не в форсаже, а в Need for Speed, в жажде скорости, в фильме именно. Вот, и там она, ну, почти весь фильм герои, главные герои на ней там проживаются. Вот она там, можно сказать, один из главных героев фильма, эта машина. Вообще фильм, кстати, довольно-таки неплохой, мне понравился. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Вот. На фоне вот этих практически уже чистых боевиков Форсажа довольно свежо смотрится «Жажда скорости», Need for Speed. Вот, так что гляньте, кто не смотрел, обязательно. Так, ну тем временем мы все-таки со второй попытки удалось одолеть этот чемпионат. И вот что нам дали. Вот этот вот, я даже не знаю, как это назвать. На какой-то Бэтмобиль, похоже, здоровенный утюг тоже. Я помню, он абсолютно неповоротливый. Ничего в нем нет особенного, кроме внешнего вида, поэтому мы его продаем, конечно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще не пройдено. Вот есть чемпионат, ну, опенкаров, родстеров, по сути, да. И у нас есть один такой, как раз мы его получили за чемпионат мускулкаров, который, собственно, сейчас прошли.
Ага, вот не туда я зашел. Это у нас не Шелби, это у нас... Что-то я немножко подзавис. А! Ну да, это ж... Ёлки-палки. Плимуф, да. Угу. Тоже мы его сейчас немножко прокачаем. Там первая гонка с ограничением 246 лошадей. В принципе, это... немного, поэтому только резину и вес, модификации гоночной у него нету. Ну и вот в такой конфигурации, в принципе, я думаю, можно уже ехать, не боясь того, что мы им там будем сильно проигрывать. В принципе, дефицит 20 лошадей — это не дефицит. В принципе, трасса интересная. Ну, правильно, на машинах с открытым верхом, такие пижонские немножко тачки, трасса в теплой Таити, пальмы, море, песок, машины с открытым верхом, в принципе, да, в тему. Алкогольные коктейли, девочки в коротких юбочках или вообще в бикини. В общем, нафантазировал я тут немножко. Ну а почему бы и нет? Вот, красивые тачки. Всегда они были на фоне красивых женщин. Это неотъемлемая часть автоспорта. Довольно приятная его часть, надо сказать. И симпатичная. Так, ладно. Хватит морально разлагаться. Надо возвращаться на трассу. Плохо, кстати, что во второй части вот нельзя было вверх, так скажем, снять. Ну, понятно, это все обуславливается малой мощностью еще железа, и салонов тут, естественно, нету во второй части Гран-туризма, как, собственно, и в первой, поэтому даже машины с открытым верхом, они все равно предстают перед нами с крытым верхом, вот этими вот брезентовыми крышами. Но впервые, по-моему, мы даже не на второй Соньке, а на, только на третьей, вот в пятой части, сможем увидеть именно вот открытые кокпиты машин. Хотя я вот сейчас так припоминаю, нет, не прав я, и тут же сам сейчас исправлюсь. Впервые-то мы в четвертой части это дело увидим. Это таких машинах, как Mercedes-Benz Motor Carriage. Это моторизованная карета, первая, одна из первых машин. И там, да, там уже, ну, вообще закрытого кокпита как бы нету. И там вот видно человека, пилотирующего эту сверхбыструю машину. Вот, ну и там, естественно, открытый у нас. Открытая кабина. Так, что же нам дали за первую трассу? Ага, тоже дали Родстер, Мазду MX-5. Ладно. Пока оставим это. Хотя, в принципе, нам она нигде особо не пригодится. Так, следующее ограничение у нас 345 лошадей. И давайте... теперь уже немножечко наш Плимуф качнем на лошадке уже, дабы не упасть в грязь лицом, быть на уровне. Вкинем немножко денег в наш спайдер. Ага, турбины у него нету, как и у многих американцев.
Они предпочитают тяжеловесные атмосферники, многолитровые. Так, ну, 244 лошадиные силы. В принципе, думаю, достаточно этого. Ну и можно еще вторую стадию купить на облегчение. Хотя он и так не особо тяжелый, конечно. Так, ну вот, дефицит, конечно, вырос. Сейчас около 100 лошадей будем проигрывать. Но, думаю, это не особо критично. Все-таки по прошлому опыту так, в принципе, с ними можно сражаться. Даже с таким дефицитом мы с вами это не раз делали. Так, ну купим еще вот здесь механическую часть. Коробку поменяем. Сцепление, маховик. Ну и все, можно отправляться в бой. Посмотрим. Трасса Гриндельвальд. Ну, судя по названию, Гриндельвальд. Ну, это, наверное, или немецкий язык, или, может быть, австрийский. В общем, где-то трасса, судя по названию, по произношению, она расположена либо в Германии, либо в Австрии, может быть, Бельгия, конечно. Судя по всему, называется Зеленая долина. Как-то так. Ну, действительно, трасса довольно красивая, именно внешне. Но вот сама по себе мне она, в общем-то, никогда особо не нравилась. Не испытывал я к ней никогда теплых чувств. Не знаю почему даже, хотя так вроде особых причин нету. Довольно, в принципе, тоже конфигурация такая интересная. Ну, не знаю, вот как-то не задалось у нас с ней, не задались отношения, и мне она, ну, не нравится даже, можно сказать. Так, а вот лидирует-то у нас, смотрите-ка, Лотус наш, заклятый друг Лотус 190 Элайс. Будь он не ладен. Ладно, прошли мы его. Пейзажик, да, пейзажик довольно интересный здесь. На фоне гор. Такие елки здесь, зелень. Рельеф есть у трассы. То есть, в принципе, вроде бы все составляющие интересной трассы. Но вот мне не нравятся вот эти вот в начале несколько подряд одинаковых эсок практически. Вот одна, вот тут же сразу вторая. Может быть, поэтому она как-то вся вот из этих вот эсок шикан состоит. И вот сейчас тут такая прямая будет, но с извилистыми такими изгибами. Ну, то есть все, газ в пол проходится. И опять вот пойдут сейчас эти эски. То есть, ну, фактически, да, она, ну, вся прям буквально. Вот сейчас медленный поворот, и снова эска будет. И потом опять эска. Вот смотрите, раз одна, тут же бах, вторая. То есть, ну, может быть, вот поэтому она мне не нравится. Я вот даже, честно, толком не могу сформулировать, это ли мне не нравится. Ну, судя по всему, да, наверное. Вот это ее и сгубила. Некая такая однообразность поворотов. Вот. Так, ну, тем временем мы все-таки выиграли. Ага, был все-таки у нас и напарничек. ПТ Спайдер еще один. Так, 8000. Да, небольшие деньги. Опять машина. Хорошо. Что там за машина? Ну, видимо, тоже что-то с открытым верхом. Кабриолетик какой-нибудь. Или небольшой родстер опять. Так.
Так, это что у нас? МРС, концепт кар. А, вот если честно, я даже не знаю, что это за машина. Честно вам скажу. Давайте продадим их сразу. Они нам, но они нам нигде, правда, не понадобятся. Кобру пока. А, она у нас с открытым верхом. А давайте-ка мы на ней и проедемся последнюю гонку. Там ограничение у нас, по-моему, уже там что-то под 600 лошадей. 591, если я не ошибаюсь. Ну и сейчас мы его немножечко тоже так приведем в более гоночный вид. Гоночную резину, слики. И добавим ему лошадей. Сейчас, конечно, маловато. Вообще, я помню, этой коброй гонял на ней, но очень немного. Помню точно, что ездил. И воспоминания у меня о ней не очень приятные. У нее, по-моему, очень маленькая скорость максимальная. То есть коробка передач, опять же, у нее настроена на разгон больше, но это как бы полбеды. А плюс у нее, по-моему, еще то ли ее заносит слишком сильно, избыточная поворачиваемость тоже, то ли наоборот недостаточная, вот точно не помню. Но с управляемостью у нее явно что-то не то, вот помню. Но это еще из тех времен, когда мы с Лехой игру проходили в детстве. Ну, посмотрим сейчас, ладно. Дабы разнообразить немножко, все-таки пройдем на ней. Естественно, трасса у нас Trail Mountain. Тут, в принципе, максималка особо не нужна. Поэтому проблем не должно быть со скоростью. Тут уже, вон, смотрите, какие серьезные. Вайпер, Гриффис. Севен, по-моему, там был. Так, ага, нет, у нее, значит, все-таки вот даже по вот этой первой связке скоростной на Trail Mountain у нее все-таки недостаточная поворачиваемость, да. Причем так очень неохотно она ввинчивается в повороты. Ай-яй-яй-яй. Сейчас надо немножко к ней привыкнуть. Надо ее чуть-чуть за нос пускать, чтобы она лучше входила в поворот. Ой-ой-ой, ну совсем, да, вот я прав оказался. Смотрите, у нее максималка там 200, даже до 220 не дотягивает. И смотрите, еще одна кобра здесь, причем лидировала. Ладно. В принципе, она зато довольно предсказуемая в поведении. Если привыкнуть к ее этой вот недостаточной поворачиваемости, то довольно-таки неплохо, в принципе, она идет. Если еще и коробку ей немножечко настроить, то будет вполне себе такой неплохой агрегатик, средненький. Ну ладно, мы, я думаю, сможем одолеть эту гонку даже на нем вот в такой конфигурации. Главное не ошибиться. Ну, с заносом она нормально входит в повороты. Так, кто-то там жужжит уже позади нас. Опасно сейчас на прямой, на длинной. Сейчас упремся в ограничитель. Так, кто у нас там позади? Это ТВР, как ее? Чимайра или как-то так. Ну, рычит она мне тоже нравится, как кобра. Вид у нее, конечно, забавный такой. Вся она как-то смещена назад. То есть длинный нос такой и обрубленный зад. Кабина смещена назад. Ну ничего, ничего такое. Аппаратик, в принципе, пойдет. Пару гоночек на нем проехаться. Ага, в итоге
вторая Шелби Кобра лишь пятая. Ну, тем ценнее наша победа. Так, ну, одолели мы. Нехорошо. О, здесь уже 15 тысяч дают. В принципе, уже неплохо. Новая машина. Сейчас посмотрим, что нам там дали за последнюю такую уже довольно серьезную гонку. Ух ты! О, вот, смотрите-ка. Узнаете аппарат? Concept Car прокачанный. LM Edition. Тот, который мы с вами за лицензию класса B на золото заработали в первой части. Вот нам его вручили здесь за этот чемпионат. Хорошая машина, неплохо. Хорошо, спасибо им. Ладно, давайте на этом закончим. Попрощаемся. Всем огромное спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, в дальнейшем будет много интересного. И сейчас, надеюсь, я вас не разочаровываю. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Мне это очень приятно и важно. Ну а с вами, как всегда, был Скудер. Увидимся в следующих сериях. Всем пока и удачи!